possession of her own free will. Never I want to lose my soul. But she's my love. We'll be right back.
Всем привет, ребята, в эфире Дворина, и начинается наш сегодняшний стрим «Герой». Друзья, начался у нас этап плей-офф турнира «Любимчики в бой» под номером уже 8, один из основных турниров портала Heroes World. И, собственно, первая партия плей-офф, мы вышли с первого места из группы, попали в сетку виннеров, то есть две сетки. Верхняя, соответственно, нижняя, и оппонент наш для сегодняшней игры – это Identity, который играет на этом турнире за Оплот. Я играю, понятное дело, за Болотце. Пусть не самый сильный замок, но самый любимый. Ну, потихоньку будем переходить к игре. Так, вот она картинка. Зачеркали мы шаблон перед, собственно, стримом. Шаблон, точнее, черк вообще, в принципе, очень плохой для меня, на мой взгляд. Опять же, грамотный черк от оппонента, что сразу хотелось бы отметить. Он убрал все XL плюс у шаблоны, вот, заставив играть меня, ну, делать выбор неприятный между там какими-то рандомными СМ-ками и прочим калом. Ну и мининос-то в целом шаблон хороший, я его играть люблю, но проблема в том, что по жеребьевке синим цветом обозначен наш оппонент. А мининос-то это такой дисбалансный в плане цветов шаблон, поскольку синий цвет имеет преимущество при выборе замков. А это очень важно. Но даже несмотря на это, я вышел все равно на мининосту. Ну и, конечно, на пике компов оппонент тоже как бы был сильнее. Ну, собственно, пик компов – это главная тема, почему... Так, сейчас. Почему этот пик я считаю плохим? Ну ничего, будем бороться в любом случае. Вижу, что дропы проскакивают, причем, блин, много. Когда герои, сразу дропы появляются. Понятно, стримит. Ну, Identity вроде стримит, хотя... Ну, черт его знает. Если стримит, то на Heroes 3TV можно стрим найти будет. Всяко. Так, ладно. Так, игра нам нужна. Так, хоп-хоп. Кривовато растягивается. Это почему, интересно? Так, сейчас. Снова дробы. Ах, из-за битрейт, что ли, снизить? Причем на картонках такого нету, ребята. Да чисто на героицах. Так, ребят, уйду на стоп-старт. Мне это не нравится. Не начнем, пока дропы не...